Ей-то и адвокат здесь, здесь вот еще люди. Пожалуйста. И другие официальные лица. Какое закрытое? На якому? На якій підставі судове засідання зробили закрите? У меня не людей, никого. Кто им дал приказ? Делают себя клоуну. Закрыли ворота и стоят, наблюдают все. Не пускайте, не нормально. Так у ямы эту революцию делали. Давай ворота ломай. Это революция была, блядь. Давай ворота. Блядь, вы не понимаете, ёпка. Это ж надо быть таким судьям, таким придурочным. Это ж надо быть таким судьям, придурочным. Идем, Вы вызовите быстро, ребята, скорую сюда. Там человека придавили. Мне говорили, когда еще по делу Севы Гончаревского ходейка, что ты здесь устроил? А вы думаете, что мы застыли просто так? Конечно. Нет, вы не просто так. Выполняйте задание. Во дворе Приморского районного суда. Я прошу вас срочно приедьте сюда. По телефону дочь. Здесь происходит государственный переворот. Милиция захватила Приморский суд. Приедьте, пожалуйста, сюда. Применяем физическую силу на пожарителей. Предотвратите это безобразие. Здесь идет сегодня. Здесь председатель суда незаконно занимает свою должность. В соответствии с законом о возобновлении доверия к судебной ветви власти, он обязан был сложить свои полномочия. Все вот так вот станете и вот туда. Донецкий аэропорт будете защищать. Я не смог попасть на суд, попал только в суд 10 минут назад. До этого времени сотрудники Грифона стояли человек 40 и держали ворота. Не пускали в суд вообще никого. Не как меня, участника процесса, и не всех остальных людей, которые пришли в суд. Это все без пояснений. Начальник Грифона тоже не дал никаких пояснений. Пояснение только одно, что судья Иванов, который рассматривает мою, будем говорить так, меру пресечения, которую рассматривает, он якобы вынес решение, что судебное заседание будет закрыто, но судебное заседание унесут приносы. А саме з метою запобігання ризику, а також з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов'язків. До підозрюваного побігу необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На якому основанні ви приміняли фізичну силу відносительно граждан, які прийшли подержати своєго дійсності в відношенні граждан, не приміняли? Ну як не приміняли? Тут у чоловіка сломаний палець, ось, смотрите. На якому основанні? Меры физического воздействия не применялись. Вы не имели никакого права применять физическую силу против мирных граждан Украины, которые отстаивают свои интересы в суде.